В эфире телеканала «Самара ГИС». При своем мнении Инга Пенер. Здравствуйте. Уйдет, не обещав вернуться. Считанные дни остались до часа Х, когда самарский рынок ЖКХ покинет его крупнейший игрок. Управляющий компанией ПТС-сервис 30 сентября скажет последнее прости своим клиентам. А это на минуточку 1300 домов в 4 районах города. Одна из первых управляющих компаний «Самары», работать она начала в 2007-м. ПТС-сервис ныне оказалась перед неприятным фактом. Она не может расплатиться с поставщиками тепла, воды и электричества. Ей теперь предстоят суды, а жителям выбор – или заключать договор с новой управляющей компанией, или создавать ТСЖ. И неудивительно, что в домах, что ранее обслуживала ПТС, теперь задаются вопросом, кто будет латать дыры, что она оставила после себя. Вот щиток, где все провода, проводочки. Видите, какая закопченность, чернота. И стены здесь, собственно, тоже. Все закопчено. Пожар в 135-м доме, что на Революционной, случился еще накануне нового 13-го года. То ли проводку замкнуло, то ли поджог был. Для жителей Хрущевки это уже не имеет значения. Важнее то, что все их жалобы коммунальщики ПТС-сервиса проигнорировали. И теперь в наследство пенсионерам и ветеранам, а таких в этом доме большинство, достались холодные батареи подъезда и оголенные провода щитовой. Ведь это ловушка. Народ в вечернее время боится из подъезда в подъезд идти, потому что здесь щитовая, так вот она, видите, оголена. В каком виде, да? Вот. Не закрыто ничего и так далее. Да? Детей сколько раз оттуда выгоняли, нет. Что там будет? А если кто-нибудь с водой там плеснет? Ребятишки просто вот, летом мы их огоняли, они с брызгалками бегают. Что будет? Пока гром не прогремел, это вот ничего не делается. Чего ждать? Это разве реагирование, понимаете, работников жилищного управления. Щитовые, понимаете? Открытые, все висят на соплях, понимаете? В конце августа я зашла узнать, что произошло. С этим протоколом. Дали ход ему, не дали ход. Она мне сразу сказала, отказ. Все, почему? Ничего не объясняю, нет денег. Сейчас вот я звоню слесаря, говорит, а нам не дают ни шурупчика, ни гаечки, ни винтика, ничего. Все развалилось. Куда мы платим деньги? Такой вопрос к ПТС-сервису его задают жители не только этого дома. И городские власти, и эксперты считают вполне закономерным, как и сам уход компании с рынка. Какая проблема при уходе с ПТС-сервиса? Это множественные долги, неисполненные обязательства. Нужно просто ловить вот эту уходящую компанию и получать вот с этой паршивой овцы хоть шестекло. Потому что иначе это вот тот уровень услуг, который она оказывала жителям, да, иначе не назовешь. И оценка это есть не только со стороны жильцов, но и, к счастью, да, со стороны властей тоже. Неоднократно ставился жителями вопрос о том, что компания работает недостаточно эффективно, и люди испытывают неудобства. Я говорил всем управляющим компаниям, что или вы придете в себя и начнете работать так, чтобы это соответствовало тем условиям уже, которые в 21 веке должны быть, и, соответственно, не будет жалоб и нареканий от жителей, либо мы будем принимать решение и создавать условия, могу сказать, что мы можем условия создавать и помогать людям, в том числе смене управляющей компании. Света места пусто не бывает. ПТС-сервис уже подобрали замену. Компания «Жилищно-коммунальная система», сокращенно ЖКС, городским властям порекомендовали в авторитетной федеральной структуре Национальный жилищный конгресс. С ней уже заключили договор о сотрудничестве. Организация объединяет управляющие компании, которые обслуживают пятую часть жилого фонда страны. У вас действительно появилась профессиональная системная компания, управляющая, которая должна изменить полностью подход к управлению, показать, как профессионально управлять домами. Но одновременно эта компания будет стремиться достичь соглашения с жителями для того, чтобы в этих домах жилось комфортно. Ну что ж, хорошо, если так, потому как достучаться до управляющей компании, здесь речь не только о ПТС. Это, я скажу вам, мероприятие не для слабонервных. Захлопнутая перед носом дверь – это еще не худший сценарий. Чтобы с новой компанией не наступить на те же грабли, эксперты советуют внимательно читать договор о том, каким он будет, спорили в течение всего сентября. К работе над документом подключились все, от общественного совета при главе Самары департамента ЖКХ до городской прокуратуры. В итоге в договор внесли более 20 поправок.
Когда вот этот договор был в первом варианте, да, он действительно не нравился очень многим председателям советов домов и собственникам. Действительно, там было много того, что вызывало у них сомнения. На сегодняшний день этот договор привели в порядок. Поэтому, если они выбирают эту управляющую компанию, подчеркиваю, если они выбирают эту управляющую компанию, этот договор можно подписывать смело. И здесь, что важно, выбор остается за жильцами. Только они вправе решать, кому доверить свой дом. Эксперты советуют не поддаваться на провокации. Рассказывают такие истории, что приходят люди с ПТС-сервиса, говорят, подписывайте с ЖКС, да, договор не подпишется, мы все равно за вас подпишем. Что делать в таких ситуациях людям? Правоохранительные органы, прокуратура. Прокуратура писать заявление о том, что по факту собрания не проводились по смене управляющей компании ни в очной, ни в заочной форме. Прокуратура и жилинспекция обязаны проверить этот факт. Но как совет мы, конечно, им можем дать только совет. За ними остается право либо с этой компанией заключать договор, либо нет. Но проверив всего, ты поработал практически месяц, если не больше, над этим проектом договора, мы им рекомендовали воспользоваться именно тем вариантом при заключении договоров, который у нас есть, чтобы в зимний период в отопительный войти без проблем. Новая компания ЖКС, с ней подписали договор уже 800 домов, хоть и гарантирует преемственность, но жильцам уж точно расслабляться не стоит. Они вправе требовать от новой управляющей компании доделать то, что не сделала старая. Если в вашем доме еще нет совета, срочно его создавайте. Именно он и будет вести переговоры с коммунальщиками и участвовать в аудите имущества. Они приходят, осматривают все имущество, по акту передают, они должны понять, что именно делать. Определили этот перечень, определили, какие виды работ, и пришли к самому главному, каким образом принимаются заявки, каким образом и в течение какого времени управляющая компания на эти реагирует. К чему я веду? К тому, что нужно со стороны жителей все же занимать активную позицию и подключить просто всех. Мы сейчас оказались в такой ситуации, в которой нужно действовать. Собрались кто сколько может, потому что с ПТ-сервисом было очень сложно договориться. Вот мы сделали более-менее светлые стены и пластиковые окна пришлось сделать, потому что все было в разрушенном состоянии. Чтобы понять, в каком состоянии был этот подъезд до ремонта, достаточно заглянуть в соседний. Контраст очевиден. Конечно, на полу провалы есть. Естественно, все ободрано. Наверху, на потолке, вы посмотрите, текло и паутина с пылью вообще непонятно скольки летней давности. Здесь практически нечем дышать. Вот двери, конечно же, снимите, пожалуйста. Очень прошу, вот такие вот обгрызанные. У нас очень-очень все плохо. Понимаете? Это вот хорошо, и Матвеевич пришел, и вот этот у нас товарищ, вот они вдвоем, вот здесь вот сделали нам, а в остальном там вообще ужасно. Ну, 40 лет не делали. Вот я здесь 68-го года, вот один раз Советский Союз нам делал вот ремонт. Все. В этой сталинке, что на Волжском проспекте, ее тоже обслуживала ПТС-сервис, решили больше не ждать у Волги погоды. Уход управляющей компании жители восприняли как сигнал к действию и в рекордные сроки создали ТСЖ. Документы получили буквально на этой неделе. Хотя некоторых до сих пор терзают сомнения. Не решайте, потому что очень страшно. Большие деньги оплатить не могу, потому что у меня такая... Я вообще инвалид второй группы, там лекарства, знаете, какие сами. Я сомневаюсь, мне просто страшно. Но еще страшнее оказались трубы в подвале, которые не меняли со дня постройки дома. Вот это такой чубышки деревянные, которые являются черенком от лопаты, толстым таким. Ими заткнуты дыры и подвязаны на веревочке. И это не в единственном месте. Ну, что нам ждать? Ждать только, когда здание разрушится. Председатель вновь созданного ТСЖ Елена Черных прекрасно понимает, будет непросто. Но, говорит, дом был построен на совесть, фундамент крепкий, а значит, его можно спасти. За 3-4 года здесь планируют навести порядок и при этом не увеличивая платежи. Все возможно, если в доме есть рачительный хозяин. Абсолютно. Вариант только помоги себе сам. То есть никакой у нас надежды. И даже то, что небольшие заплатки ставили, очень по большой цене. То есть нельзя сказать, чтобы это был совсем там сворованные деньги. Нет. Но это самые невыгодные субподрядчики для нас. Самые дорогие. Из самых плохих труб. Самые плохие краны. Какие-то непонятно откуда лежавшие. И таких сейчас уже не выпускают. Будем пробовать.
все равно, значит, мы, по крайней мере, можем находить что-то с субподрядной организацией, какие, ну, подешевле. Как выбрать между управляющей компанией и ТСЖ? Очень простой вопрос. Ну, во-первых, все управляющие компании имеют форму общества ограниченной ответственности. Это значит, что это коммерческая организация, которая имеет прибыль. Нужно просто себе ответить на вопрос, а сегодня вот с тем состоянием жилого фонда прибыль вообще можно иметь? Или это те деньги, которые так или иначе не идут на благоустройство, это деньги жильцов? Поэтому мне кажется, что организация ТСЖ на сегодня наиболее актуальна, интересна. Я могу вот на маленьком участке земли, да, создать, я не знаю, сказать, вот такое вот общество, где будет порядок, где будет справедливость, где не будет унижаться человеческое достоинство, где не будет лжи и где не будет воровства. То есть вот то, что за полтора года удалось сделать. Сейчас посмотрим. Это я иду за ключами. За полтора года председателю ТСЖ «Лайнер» Наталье Гармаш удалось сделать немало. Довести до идеала подъезды, наладить работу котельной. Все поддерживается в идеальном состоянии. В этом году мы тоже здесь сделали ремонт. Постелить новую крышу, построить спортивную и детскую площадки. И главное – сколотить крепкую команду. Сантехник, слава тебе, Господи, не пьющий. Отличный дворник, мы его называем чистоблюстителем. А ведь изначально ничто не предвещало хэппи-энда. И ТСЖ «Лайнер» вполне мог превратиться в «Титаник». Застройщик дома, печально знаменитая компания «Содействие», обанкротилась. И дольщикам пришлось выплывать самим. Как оказалось, к лучшему. Они не ждут милости от управляющей компании, а сами строят планы на будущее. Следующий год, это для нас будет год фасада. Мы все-таки понимаем, да, что в 2018 году будет чемпионат мира по футболу. Город должен встретить всех нарядно и красиво. Мы тоже хотели бы просто, чтобы вот рядом с этой новостройкой наш дом не смотрелся, так сказать, какой-то золушкой. В доме всего 78 квартир, все друг друга знают, все на виду. И в первую очередь сметы, на что потрачены деньги, здесь отчитываются каждый месяц. Я вам честно скажу, я своему мужу запретила покупать машину в кредит до отчетного собрания. Вот пройдет отчетное собрание, я скажу, расскажу, покажу все цифры, вот тогда бери машину. То есть вот только так. Большому сожалению, вот на сегодняшний день это, знаете, вот сейчас воспринимается вот как нонсенс. Сколько подрядчиков было, которые вот приходили сюда и говорили, нет, вернее, я у них спрашивала, а какой процент отката у вас сидит вот в цене на ваши работы? И они, нисколько не смущаясь, молодые люди, вот это самое страшное, да, они говорят, ну, 5-10%. Я говорю, убирайте из цены, снижайте сразу же на 5-10%. И вот тогда возникает удивление. Они говорят, а зачем вам это надо? Это же ведь никто не поймет, этого никто не оценит. Вот никто не думает, да, что там наступит время, мы все вот станем перед Господом Богом, так сказать, там абсолютно голые, но с багажом своих дел. Вот как отчитываться тогда вот перед Всевышним за это? То, что члены ТСЖ вынуждены платить за коммуналку гораздо больше, чем те, кого обслуживает управляющие компании, это миф, убеждена Наталья Гармаш, который прежде всего выгоден тем, кто делает бизнес на ЖКХ. И только собственники заинтересованы в том, чтобы каждая их копейка тратилась по уму. Надо все-таки пройти вот этот серьезный, очень сложный, непростой путь, но создать ТСЖ. Потому что даже если дом старый, даже все равно его нужно брать в свои руки. То есть, знаете, вот сказать, я мыслю образами, то есть это как ребенка своего, то есть вот это дитя, это большой ребенок, дом любой. И если он сейчас в руках управляющей компании, в абсолютном большинстве случаев, это мачеха. То есть надо этого ребенка забирать к себе в свои руки, возвращать в семью, ну, усыновлять фактически. Мой дом – наша крепость. Не врать и не воровать. Тогда все получится. Перефразируя известный афоризм, ТСЖ может и не идеальный способ управления домом. Здесь многое зависит от человеческого фактора, но лучшего еще не придумали. В любом случае, решать вам. А у меня на сегодня все. Пишите, звоните, жалуйтесь. Через неделю увидимся.